В начале августа из города Хабаровска на теплоходе Василий Поярков более 100 гармонистов, плясунов и песенников отправились в музыкальное путешествие. В течение недели они знакомились со своим искусством жителей Прянова. Играют хабаровские музыканты, аккордеонист Олег Шапов и саксофонист Вячеслав Захаров. Мне сказали, Слава, что вы можете все, в том числе изобразить гудок нашего корабля. Ну, я постараюсь, попробую. Пожалуйста. Thank you.
Николаевск на Амуре дорог сердцу моему. Он встречает вас по-братски, город юности моей. Без него пролив татарский, как избушка Петрей. Из него пролив татарский, как избушка Петрей. Вот здесь вот Амур протекает, а в ту сторону, вот вниз, там залив Счастья. Вот. Честно говоря, я впервые вижу на костре такой квадратный предмет и совершенно не догадываюсь, что это такое готовят здесь. Ну, в этом ящике, так называемом железном, называется этот ящик шарабан. Как? Шарабан. Вроде пролетка такая или... Да, шарабан. И на Амуре вот такой шарабан, в этом шарабане готовится рыба. В основном это осетр, осетровые породы. Ну, вы сейчас? Сейчас что там? А сейчас там тоже осет. Какого размера? 20 кг. А руками можете показать, какой он? Шарабан.
Люблю гармонь. Всем гармонистам желаю удачи. Сами играете? Немного. Здравствуйте, девчата! Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Матрёна! Я не Матрёна! Я Матрёна! Здравствуй, Матрёна! Здравствуй, Данила! Да я ж не Данила! Ах, кто ж ты? Да я ж Гаврила! Гаврила! Гав-гав-гав! Да что ж вы, девчонки, дратитесь? Да Гаврила-то парень хоть куда? Да. Что на балалайке играть? Что девок любить? Что песни петь? Скажи, Серега! Ну так, да! Гаврил, давай нашу! Давай! Здравствуй, Матрёна! Трёна, здравствуй, Матрёна! Здравствуй, Гаврила! Дай поцелую. Дай поцелую. Могу Прощай, Матрёна. Прощай, Матрёна. Прощай, Гаврила. Смотришь на закат, проходит время, дни летят, а что умрет, родится вновь, а остается лишь любовь. Поверьте раз, поверьте раз, поверьте два, поверьте, вернется земля. Поверьте, есть любовь на свете, а без любви и жить нельзя.
Андрюша, давно на Амуре рыбачите? Всю жизнь. Всю жизнь? Да. Вот сейчас я смотрю, все в дымке. Это дымка или пожары? Пожары. То есть горят все леса, да? Да. А вот по той стороне все горит. А вы когда вот забрасывали эту сеть? А вот только что кидали. Только вот вы подходили, и мы кидали сеть. Мы рыбу наловили! Ай, да молодцы! Да, давайте, веселую игру на гармошке! Давай, берем! Ой, не вытаскивайте, не надо, да, вы его плетут. Да. Да. Шалман, там во всем необузданы страсти. Кто-то лезет в карман, кто-то дурит наперсты. Все там в шашлычном дыму, презирая эпохи напасти. Неизвестно кому грусть гармоника дает и смех. Пятаки отдавала безропотно, чтобы звучал старый вальс о Маньчжурии в русских крестах. Не концертный рояль, а гармонь доверительным шепотом уносила в печаль, заставляла забыть стыд и страх. Как тот виртуоз, самоучка базарный, взять на людях аккорд из холодных классических нот. Неужели же я бесталанный такой и бездарный? Неужели моя не разбудит гармошка народ? Поднимет гармошка народ. Скажите, пожалуйста, вот сколько мы прошли всего километров от Хабаровска до Николаевска на Амуре и обратно? 2000 километров мы прошли с вами. Какое настроение у экипажа? Ну, для экипажа это был праздник. Россия!